Муниципалитет Новошахтинска регулярно организовывает рейды по соблюдению масочного режима. На фоне роста заболеваемости COVID-19 начались проверки общественного транспорта. Проверяющие проводили осмотр салона маршрутного такси на конечной остановке в центре города, на наличие дезинфицирующих средств и соблюдение всех требований Роспотребнадзора и соответствующих постановлений. Здесь вот видно, что имеются дезинфицирующие средства для обработки рук пассажиров. Есть средства, которые обрабатываются салон, у водителя находится беззащитная. Ну, здесь все таблички, все здесь имеется. Все пассажиры в масках. По новым правилам, водители обязаны проводить обработку салона автомобиля на конечных остановках, протирать поручни и сиденья. Все пассажиры должны быть в масках. Причем не только в автобусе, но и на остановках тоже. К сожалению, не все граждане носят маски. Подростки, которые вполне могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, свободно идут без них. Вот маски наши. Ну, они в пакете, они разве спасут вас? Ну, как бы нет. Ну, скажи, почему? Ну, как бы сейчас не население людей, мы просто одни по дороге шли, рядом людей не было. Ну, тем более мы знаем, то, что мы не заражены. Откуда ты знаешь? Я как бы не гуляю так часто, что могу заразиться. Нужно ходить? Ну, нужно, да. Ты будешь ходить? Да. Безусловно, большинство новошахтинцев соблюдают масочный режим. Ну, чтобы не заразиться коронавирусом, я думаю. Ходим, конечно, обязательно, потому что боимся вируса. Везде ходите в маску? Везде ходим, даже дома, и то одеваем маску. А что делать больше? Как спастись от вируса? Как? То есть так? Вот так вот, одели масочку и пошли, до свидания, всего вам хорошего. В ходе рейда были выявлены нарушители и составлены протоколы. Карательные меры – это вынужденные действия соответствующих органов. Распространение COVID-19 мы сможем остановить только сообща. Надо быть лишь более сознательными и ответственными.